12 февраля. Еду в очередной раз на лесной тачок. Весна все ближе. Беспокойство все больше по зимовке. Учитывая еще не совсем хорошую прошлогоднюю зимовку. Вот пробираюсь на лыжах. Снега в этом году так же много, как и в прошлом году. А в прошлом году я шел без лыж. Это вообще было что-то с чем-то. Снега по пояс. На лыжах гораздо проще. Ну вот так, снегу, наверное, метр. Забор уже можно сверху переходить. Ну вот, добрался до самого главного улика на пасеке. Что тут вижу, не очень хорошо. Смотрю, они уже вылетают. Синички тут пир устроили. Вон там улик тоже со следами поноса. Другие-то вроде более-менее. И следов не видно. Да, сугробов, ё-моё. А попец, вспотел мне, пока дошел. Тепло сегодня, около 0 градусов. Ну, хоть послушаю, что тут у нас здесь. Ну, жужжат. Слышно, что жужжат. Видимо, уже поджимает, у них там поджимает. А еще зимовать больше месяца. Сейчас это обосравшись тоже посмотрю. Вон там видно, пчелка выходит на литок. Ну вот видно у них там, видно, тепло выходит. Прям оттаяло все. Сейчас открою, посмотрю. Да, видно, возбуждены уже. Вон какой кружок какой, налить. Все как-то растает, вода пойдет. Такая она зимовка на воле. Эх. Да. Клуб весь распался. Эх. Все, положил им рамочку. Ну, видно, пчелы желтые. Желтые, конечно, на бакус похожи. Возможно, с кем-то они там у меня скрестились. Но это не карника. Вот сразу накинулись. Да, за этими контроль. Сбоку, что ли, еще поставить им рамочку медовую. Ладно, пока так оставим. Ну вот следующий. Эх, что-то неудобно одной рукой. Сейчас. Вот. Ну, тут нормально. Так это, я думаю, считаю хорошо. Вот тут уже карника, и видно по пчеле уже черная пчела. Темная. Тут, думаю, будет сидеть. Месяцочек потянут. Сейчас будем просматривать каждую семейку. Ну вот первый ряд прошел. Потихонечку откапываю. Вот где веточки положил, там рамочки туда положил. Уже ближе к задней стенке сидят. В таком критическом состоянии. Ну, видно уже, переполнены кишечники, переполнены. Сидят уже с трудом. Есть семьи, которые вообще замечательно сидят. Откопаю снега, ё-моё тут. Пока каждую откопаешь, ну, надо копать, всех просмотреть. Чтобы точно знать, в каком состоянии сидят. Ну, вот, что тут скажешь. Вот и такие семьи есть. И семьи вроде сильные. И клуба уже нет, я бы сказал. Да. Как перезимуют дальше. Сейчас рамочку положу. Все, еще один ряд откопал. Ну, уже получше, получше. Там буквально дотации дал в две семейки. Вот еще рядок. Ну, смотрю, нормально. Есть нормальные семьи в основном. Можно сказать, сидят образцово, показательно. Сейчас, если получится, вот так. Вот, сидят они еще в передней части. Поэтому тут еще кормов достаточно. И спокойно они дойдут до облета. Вот так бы все. Ну,
Посмотрим, еще такой ряд. У меня, по-моему, такой немножко инвалидный, скажем так. Сейчас просмотрю, и видно будет. Все, добрался до бибокса и лысонь. Ну, тут я уверен на 90%, 99% даже, что все хорошо. Потому что пена, получается, пенополистирол, бибокс, лысонь. Там зимовка всегда проходит без замечаний. Ну ладно, откопаю все равно уж, раз начал все откапывать сегодня. Открою лысонь, если получится. Единственное, говорю, тут вот птички только, синички. Как можно он максимально закрыл сеткой. Ну, долбит, долбит очень. Ох, тут они, нет, даже открывать не буду. Тут вылетают они, прут из всех щелей. Потом, может, сюда под крышку им канди положить, что ли. Что-то немножко возбуждены они здесь. Возле задней стенки. Так, а что у нас с бибоксом? Бибокс. Сетка тут. Надо кровать осталась. Ну, они нормально там. Сидят спереди. Сейчас еще раз попробую. Ну нет, подошли. Это к задней стенке уже смотрю. К задней стенке подошли. Не знаю, сейчас он не буду ничего давать. Вот, получается, только нижняя вентиляция. Нижняя вентиляция, да. Вот они здесь все. Ну, тут магазин надо ставить, так не положишь на бибокс. Ни рамочку, нету пространства. И здесь тоже лысоня. В следующий раз, наверное, дам. Ну все. Думал, сегодня не откопаю, откопал. Он даже меня блет. Кому вне моготу. Когда очень подпирает, наверное, пытается вылететь. Но вылететь. И на снег садятся некоторые. Ну, этим уже, видимо, настало время. Все. Самый главный результат то, что зимовка стопроцентная. Все семьи живы. Теперь осталось их сохранить до облета, до весны.